Ребята, всем привет! Вы смотрите мой канал Оливия Али. Сегодня ко мне пришла моя подруга Даша. Привет всем! Да. И мы подготовили вот такие вот вопросики, бумажечки, их очень много. Да. Вот, так что, ребята, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик. И вы будете узнавать мои самые крутые видео самыми первыми. Ну что, давайте первый вопрос, и тянет пусть будет Даша. Так, давай. Разворачивай бумажечку. Какое твое любимое животное? И сразу откладывай этот вопрос. Морская свинка. Мой хомячок, вот честно сказать. Вот так, я тяну, я хочу не свою вытянуть. Блин, свой. Расскажи свое незабываемое событие. Мое незабываемое событие... Сверни, пожалуйста. А то мне еще пригодятся. Мое незабываемое событие, наверное, это... Какое? Когда я пошла в школу. Ну, конечно, у меня еще много таких, но пока что я это вспомнила. Давай, тяни. Так, что там написано? У тебя есть краш? Краш. Ну, ты знаешь, что такое краш? Нет? Ну, конечно, есть. Но мы не скажем, да, Даша? Да. Секретик. Так, я хочу вот эту марочку. Твой любимый канал на Ютубе. А, мой канал на Ютубе. Ну, честно. Мой канал, давай, тяни бумажку. Мою вытягивай. Так. Ой-ой. Когда у тебя появился первый телефон? Телефон даже кнопочный. Во сколько лет? Ну, на мой день рождения в шесть лет. Шесть. Прикольно. А мне тоже в 6 лет, в первом классе. Кнопочный. А потом у меня уже пошел бикью. Ну все, тяни. Давай. Так, я вот опять вот бумажечка, да? Да. Кто тебе нравится? Ну да. Я же тебе говорила, не из нашего класса. Ребята, все нормально? Так, Даша, выбирай вопросика 3, и я буду выбирать 3 вопросика. Так, вот эти, и вот это. Все, 3 вопросика. Все, вот эти вопросики... На следующей серии оставим. Да. Ну, либо же потом я отвечу. Если вы наберете очень много лайков под этим видео, мы обязательно снимем вторую часть. Да. Так что, ребята, ждите. Давайте. Ну, давай я. Давай ты. Какое твое хобби? Я люблю очень сильно рисовать. Это правда. Да. Так. Твое любимое блюдо. Это хотела написать. Мое любимое блюдо – это торт. Блюдо, Даша. Они вкусняшки, ну ладно. Все. Так, давайте. Оу, имя человека, который... Ну, Даша, я не скажу. Вот мы должны все о тебе знать. Ну, нет, ребят, я не буду говорить. Давайте лучше еще один вопрос. Наберите миллион лайков, и Оля скажет нам, кто ей нравится. Да, так, какой мне вопросик вытянуть, даже не знаю. Давайте вот это. Короче, еще раз, хочешь в школу? Нет. Давай. И последний вопрос. Что ты любишь рисовать? Да, что ты любишь рисовать? Я люблю рисовать тюрьму. Ну все, ребят, на этом наше видео подходит к концу. Будем дальше играть, так что всем... Пока-пока.